Еще раз рада всех приветствовать на сегодняшнем семинаре, который посвящен замечательному конкурсу всероссийскому, который организован в рамках проекта «Экспедиции трех веков по следам Миклуха Маклая». Сегодня наши уважаемые спикеры ответят на вопросы, которые уже были присланы нам заранее. Внимательно, пожалуйста, слушайте, если на какие-то вопросы ваши не будет уже ответа в речи спикеров, вы сможете их задать, либо подняв руку, либо написав в чат, но после выступления. Обращаю на это внимание. Сегодня выступят Николай Николаевич Миклуха Маклай, основатель и директор фонда имени Миклуха Маклая, руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, Института Востоковедения Российской Академии Наук, президент Всероссийской Ассоциации Исследователей Южно-Тихоокеанского региона. София Евгеньевна Пале, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, Института Востоковедения Российской Академии Наук. Артем Гарин, лаборант-исследователь Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, Института Востоковедения Российской Академии Наук, член Молодежного экспертного совета фонда имени Миклуха Маклая. И Игорь Викторович Чиминов, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра азиатских и тихоокеанских исследований Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук. Я хотела бы первым передать слово Николаю Николаевичу Миклуха Маклая. Уважаемые друзья, здравствуйте. Для меня, во-первых, большая честь выступать перед вами, потому что я так понимаю, что здесь собрались именно те люди, которые уже немножко ознакомились с нашим проектом и уже практически готовы моделировать современную экспедицию. И, возможно, с кем-то мы отправимся через некоторое время в эту уникальную страну Папуа-Новой Гвинеи, окажемся на берегу Маклая. И потом уже будем давать интересные семинары и рассказывать о том, как там было. Но вот прежде чем там оказаться и прежде чем там действительно делиться своими впечатлениями, нужно воспользоваться тем опытом, который у нас есть от исследователей 20 века, современных экспедиций и, конечно же, от экспедиции самого Миклуха Маклая, чего все и началось. Потому что наш проект, два слова, мы должны о нем сказать вам, что имеет действительно образовательную цель. Это образовательно-просветительский проект «Экспедиции трех веков по следам Миклуха Маклая». И благодаря этому проекту мы подготовили достаточно серьезный объемный материал. Во-первых, мы оцифровали всю библиотеку, которая связана с Николаем Николаевичем Миклухом Маклаем, и теперь в цифровом виде можно знакомиться с книгами абсолютно разного толка, начиная от превосходнейших циклов жизни замечательных людей, которые были подготовлены еще в 20 веке, и заканчивая его действительно дневниками, которые были подготовлены и в том веке, и на современном этапе в 2020 году новое собрание, шеститомное собрание сочинений. Притом это собрание сочинений безумно интересное и увлекательное. Не только для науки, а именно не только для людей науки, но и для людей, которые в принципе увлекаются интересными открытиями, новыми и интересными событиями, путешествиями. Это всегда актуально и до сих пор. Ну и помимо всего прочего, у нас подготовлен, конечно, материал по видеоматериалу. Очень в удобной форме у нас подготовлено три видеоролика. Я бы сказал, все-таки видеороликами даже их не назвать, все-таки видеофильма. 8 минут, достаточно подробно рассказывающие об экспедициях 19 века, 20 века и 21. Большой плюс, что мы использовали уникальный материал. Вы фактически знакомитесь с тем, что позволит вам взять в основу для всероссийского конкурса. И те, кто, например, не смог ознакомиться и прочитать ряд книг, он сможет познакомиться с этими фильмами и прекраснейшим образом представлять, что же делалось в 19 веке, 20-м и как моделировать на современном этапе экспедицию. Ну и в рамках нашего проекта, конечно, у нас подготовлен цикл лекций. Цикл лекций у нас уже прошел, но у нас есть они в записи, и многие с ними знакомились. У нас также есть обратная связь, и вы всегда можете задавать вопросы как на нашем сайте, для того, чтобы это сделать, можно там заполнить форму, так и благодаря тому, чтобы отправить сообщение по почте или общаясь с нашими экспертами. То есть мы в этом плане подготовили достаточно серьезный провели объем работы, подготовили значительный материал, который вам позволит этим воспользоваться. Но вот сегодня мы решили все-таки встретиться с целью того, чтобы в этом огромном действительно материале, который можно изучать, и потратить огромное количество времени, разобраться и все-таки сфокусироваться на том, как быстрее стать
одним из тех, кто ну, займет достойное место в ряду исследователей берега Маклая и сможет действительно смоделировать эту свою современную экспедицию. Вот это цель нашего сегодняшнего собрания. Я очень рад, что у нас сегодня действительно такое большое количество людей, которые нас слушают, и очень рад, что у нас спикеры с мировым именем, которые имеют хороший, серьезный опыт, и те люди, которые готовили эти лекции. Поэтому обязан вам вначале сказать об истории создания этого проекта, потому что, наверное, не рассказав об этом, вы не поймете, насколько действительно интересно будет моделировать современную экспедицию. Дело в том, что создание этого проекта родилось именно по той причине, что я когда-то решил отправиться в экспедицию и столкнулся с большим количеством проблем, которые увидел на своем пути и не мог найти на них ответы. В 2017 году у нас состоялась российская экспедиция совместно с российскими учеными, не совместно, а вместе с российскими учеными из Москвы и Санкт-Петербурга. Мы сделали достаточно большой объем работы, провели объем материала, был подготовлен, но для того, чтобы эта экспедиция состоялась, я потратил около 2 лет. Для того, чтобы только наладить контакты, подготовиться и знать поэтапно, что же нужно делать для того, чтобы продолжить ту линию исследования этого уникального уголка планеты. Ну, первое, что меня интересовало, это вообще, а нужно ли кому-то это исследование? И мне очень хорошо рассказали, что на примере берега Маклая, это Даниил Давыдович Тумаркин, исследователь 20 века, который очень многое сделал для сохранения и продолжения исследований Микуха Маклая. Он сказал, что на примере берега Маклая можно проследить развитие человеческой цивилизации, начиная от каменного века до сегодняшних дней. Вот в нашем с ним разговоре, когда он мне это рассказал, я хотел уточнить, а что же это значит, развитие человеческой цивилизации? Он говорит, нет, развитие человеческой цивилизации именно берега Маклая, людей, которые тогда, в тот момент, когда встретились с Микухой Маклая и не знали, что такое железо, и сейчас, в современном этапе, как влияет на них эта жизнь. Это же, говорит, безумно интересно. Никто же не видел фактически людей каменного века и не запечатлел, не описал их настолько подробно, насколько это сделал Николай Николаевич в период своих путешествий 19 века. И, конечно, общаясь с учеными, я понял, что продолжение и российских исследований в этом регионе достаточно важно для российской науки. Здесь стоял вопрос, а теперь кто же этим занимается? И выяснилось, что не так много людей. И мы отправились в эту экспедицию в составе 4 человек. У нас был переводчик, у нас был фотограф, и у нас было 2 ученых из Москвы и Санкт-Петербурга, как я сказал, уже Институт этнологии и антропологии, Игорь Ильич Чининов и Арина Лебедева из Кунсткамеры старейшего музея России и мира, и которая занималась описанием коллекции в последующем и определенные вела записи. Дело в том, что не так много людей, которые занимались этим регионом, а регион же обширный. Как выяснилось, это связано с тем, что потерялась преемственность во многом, потому что некоторые материалы, которые были подготовлены учеными, не были оцифрованы, и не всегда молодое поколение могло ознакомиться так, как раньше, со всем тем, что ну, например, раньше это было доступно и принято, когда люди читали книги, сейчас в большей степени мы читаем гаджеты и материалы, нам доступны в интернете или же с компьютера, и, к сожалению, не каждый имеет такую обширную библиотеку и не так часто ее посещает. И адаптируясь к современному миру, необходимо давать, конечно же, весь материал в понятной, удобной форме. Так вот, дело в том, что именно отправившись в экспедицию с нашими учеными, мы провели очень серьезные работы и сделали ряд открытий именно по той причине, что готовились к ней достаточно тщательно. Во-первых, изучая материалы, которые были уже подготовлены, а во-вторых, мы знали четко, шаг за шагом, что каждый будет делать. Ни в коем случае никто не ходил друг за другом, каждый занимался своей задачей, каждый поставил свою цель определенную, она была определена до экспедиции, и практически каждый шаг был расписан. Об этом вы, конечно же, в наших фильмах узнали и посмотрели, разумеется, наши сюжеты, и сегодня вы получите ответы. Но очень важный момент – это знать четко на всем этапе всех экспедиций, своих экспедиций, что и каким образом каждый будет делать. Не всегда получается исполнять тот план, который намечен, но если вы большую часть этого делаете, а может быть и приходится делать что-то новое, то у вас уже появляется огромный пласт работы,
и объем работы, который в дальнейшем будете обрабатывать. И, конечно же, экспедиционная работа – это возможность увидеть все своими глазами. Вот Миклух Макай, он не шел традиционным путем в науку. Он в первую очередь проводил свои экспедиционные работы. Я говорю про Николая Николаевича, который отправился в опаснейшее путешествие на тот момент по той причине, что папуасов Новой Гвинеи считали очень кровожадными в 19 веке, и мало кто, да не мало кто, а вообще никто подробно не изучал регион, особенно северо-восток острова Новой Гвинеи. И важно было, конечно, подготовиться к этому достаточно тщательно. И его подготовка, она дала нам возможность, как он готовился, дала нам возможность понять, насколько важно учитывать все детали, потому что тот объем работы, который он сделал, он для последующих поколений дает возможность уже все это обрабатывать. Его нетрадиционный путь сначала проведение исследований, описания подробные, а только потом уже действительно огромнейшие публикации, они дали возможность науке увидеть все своими глазами, получить свежайшую информацию. Потому что традиционный путь – это когда люди защищают диссертацию на основе материалов, которые уже есть, и дальше уже потихонечку двигаются, безусловно, проводя экспедиционную деятельность, в большей степени стараясь это делать. Но Миклух Макай выбрал другой путь. И вот на данный момент это пример того, что очень важно все увидеть своими глазами. Вот наши современные экспедиции, которые мы сейчас проводили, они дали возможность нам не просто провести интереснейшие исследования, провести увлекательное время, они позволили обратить внимание на то, что этот регион достаточно интересен для нашей страны, интересен для наших исследователей. И вот сейчас у нас в группе огромное количество людей, которые готовятся к следующим экспедициям именно по той причине, что хотят продолжать исследования, которые были сделаны нашими предками. Я хотел бы пожелать вам того, чтобы вы в первую очередь, поставив свои цели, никогда не сдавались и знали, что если ваши цели большие и серьезные, тогда в какой-то мере их легче будет достичь. Почему? Потому что глобальные цели привлекают большее количество людей. Я помню, когда Миклух Макай говорил, помню, точнее, перечитываю дневники, когда он говорил о том, что цените людей по тем целям, которые они перед собой ставят. Не оценивайте, а цените. Так вот, если вы будете ставить большие цели, за вами обязательно пойдут. И я хотел бы поздравить всех тех, кто уже сейчас находится здесь, потому что если вы здесь находитесь, и если вы уже участвуете в этом конкурсе, то вы ставите с собой большие цели, потому что, отправившись в экспедицию на берег Макаю, острова Новая Гвинея, вы уже войдете в историю, как те люди, которые не побоялись, дерзнули это сделать. И даже если вы сейчас это делаете виртуально, поверьте, через некоторое время вы точно будете в рядах тех исследователей, которые будут открывать мир для всех, и которые будут действительно теми людьми, за которыми будут идти и следующие поколения в том числе. Я хотел бы передать слово нашим следующим спикерам и поблагодарить всех за участие в этом конкурсе и всех наших спикеров, и тех людей, которые к нам присоединились. Желаю вам удачи для прохождения этого конкурса и хорошей лекции сегодня. Большое спасибо, Николай Николаевич. Предоставляю слово Софии Евгеньевне Поле, кандидату исторических наук, научному сотруднику Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, Института Востоковедения Российской Академии Наук. Пожалуйста. Спасибо огромное. Очень рада, что все собрались. И, судя по фото, люди все очень хорошие, очень заинтересованные. Но мой доклад, он посвящен тому, как в нашем институте востоковедения изучали Папуа Новую Гвинею. Но хотела бы сначала представить человека, с которого началось изучение, в принципе, Океании. Океания – это такой обширный регион, как вы знаете, который лежит между Австралией и берегами Чили. И там расположено очень много островов, 25 тысяч, там целых 24 государства и зависимых территорий, и в том числе Папуа Новая Гвинея. И что касается начала изучения этого региона, и в том числе, и, конечно же, научного осмысления Папуа Новой Гвинеи в мире, в истории человечества и так далее, то есть не только этнографически и антропологически, а Папуа Новая Гвинея начали изучать именно с исторической и даже политической точки зрения как раз в нашем институте востоковедения Российской Академии Наук. И первый человек, кто начал изучать этот регион, это Ким Владимирович Малаховский.
И с этого человека как раз началось изучение политики и истории Новой Папуа Новой Гвинеи. Сначала это была зависимая от Австралии территория, а потом она в 1975 году получила независимость. И уже в 1976 году в наш институт приехал заместитель премьер-министра Папуа Новой Гвинеи, потрясающе интересный человек, автор нескольких книг, Маори Кики. Приезжал он к нам в институт, и для него была составлена специальная программа посещения. И, например, программа была такова. В 9:30 посещение мавзолея Ленина и возложение венка. В 9:45 возложение венка на могилу неизвестного солдата. В 10:00 переговоры заместителя председателя Совета министров СССР некого Архипова. В 13:00 частный завтрак в резиденции, не указано в какой, все секретно. В 15:00 беседа у заместителя министра иностранных дел СССР Земского в МИД СССР. И в 17:00 посещение Института востоковедения Академии наук СССР. Я спрашивала сотрудников, которые видели лично Маори Кики, которые лично здоровались с ним за руку, но они сказали, что, к сожалению, никаких фотографий сделать они не смогли, тем более времена-то были какие, 1976 год, черно-белые фотоаппараты, конечно же, ну какие-то фотографии. Сказали, что визит прошел стремительно, однако Маори Кики был очень удивлен тем, что изучению Океании, в частности Папуа Новой Гвинеи, посвящен целый отдел, а в отделе работали больше 20 человек. И затем в 19:00 в его программу входило посещение московского цирка на Ленинских горах. То есть после нашего института его отправили в цирк. Сотрудники, как я вам сказала, его не очень-то как бы успели даже и понять, и запомнить. Тем не менее, для института это было очень большое событие. Были журналисты, были, конечно же, всякие разные представители, высокопоставленные в этом институте. И после отъезда Маори Кики он написал книгу, безумно интересную, о своей жизни. И эта книга была переведена на русский язык, а у меня она в руках есть как раз. 10 тысяч лет в одну жизнь. Он написал свои, книжка такая, страниц на 200, описал свои удивительные совершенно приключения. Он родился в племени, и из племени он сумел и по этой жизни и стать заместителем премьер-министра Папуа Новой Гвинеи и объехать целый мир. И он начал со сказок и легенд, которые ему еще мама рассказывала, и о том, как, например, по берегу, где он обычно бегал босиком, вдруг прошла белая женщина, жена священника местного, и она прошла в туфельках. А туфельки оставили удивительные отпечатки на песке. И он описывал, как в детстве он бегал вдоль берега и искал следы этих туфелек, и как они с мальчишками смотрели на эти следы, как все это было очень интересно. И постепенно-постепенно человек получил образование на Фиджи, потом в Австралии, потом создал партию в Папуа Новой Гвинеи и, наконец, дошел до высокого поста. И когда он дошел до высокого поста, побывал даже в Москве, как я уже сказала, а после того, как он уехал, была издана эта книга, и дальше в 1989 году, наконец, появилась вот такая вот интересная книга, ее написал руководитель как раз нашего отдела Валерий Павлович Николаев, где описано было все, что тот на момент было известно о Папуа Новой Гвинее. Но так как мы все знаем, был железный занавес и так далее, Папуа Новая Гвинея очень удалена от российских берегов, и поэтому посещать это очень удаленное место было и дорого, и сложно, и финансово, и морально, так как за всеми сотрудниками следило КГБ, и отправлять, извините, и сотрудника, и сопровождающего его лица, и так далее, все это было достаточно дорого. В 90-е годы, как известно, все это чуть-чуть вообще упало, потому что экономика просела в советском, постсоветском, по советской России, так скажем. И вот сейчас, когда как раз экономика восстановилась и возобновился интерес к этой удивительной стране, и исследования теперь уже должны продолжаться, конечно же. И, следовательно, экспедиция трех веков – это самый грандиозный проект современности, который касается изучения Папуа Новой Гвинеи. То есть более существенного ничего представить себе невозможно, так как этот проект включает не только
все науки, которые может быть. То есть в этот проект могут быть вовлечены и лингвисты, и этнографы, и этнологи, и антропологи, конечно же, и все, кто хочет, в том числе и политологи, и даже экономисты, и историки. И поэтому, вот на мой взгляд, как научного сотрудника, аналогов этому проекту нет, и поэтому участие в этом проекте, оно должно, наверное, оставить след вот на всю жизнь для тех, кто в нем когда-либо участвовал. Еще раз спасибо за внимание. Еще раз вот такие замечательные книги, которые отражают историю изучения Папуа Новой Гвинеи в нашей стране. И большое всем спасибо, и надеюсь, что этот проект, как я сказала, оставит след в душе каждого, кто в нем поучаствует. Спасибо еще раз. София Евгеньевна, спасибо вам большое. Я хотела бы перейти к следующему спикеру и представить его. Это Артем Алексеевич Гарин, сотрудник Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона Института Востоковедения Российской Академии Наук, член Молодежного экспертного совета фонда имени Миклуха Маклая. Артем Алексеевич, вам слово. Здравствуйте еще раз. Благодарю за предоставленное слово. Благодарю Николая Николаевича и Софию Евгеньевну за чудесные слова. И сегодня хотел бы с вами кратко остановиться на нюансах подготовки ваших конкурсных эссе, то есть моделей ваших экспедиций, которые впоследствии уже действительно помогут продолжить вот эту преемственность российских исследований на берегу Маклая. И как мы видим, принять участие в конкурсе можно всего за 4 шага. То есть, во-первых, для начала, как известно, мы должны ознакомиться с материалами о российских экспедициях на берег Маклая. Но мы с вами этот этап уже преодолели с тем, кто уже участвовал в лекции. Сегодня вы уже получили множество ценнейших ответов и еще получите в рамках сегодняшнего семинара. Но все же напоминаю, что материалы для подготовки ваших эссе вы также можете найти на сайте проекта «Экспедиции трех веков». Вы также, например, можете перейти оттуда на библиотеку фонда имени Миклуха Маклая. Как сказал Николай Николаевич, там собрана вся литература, которая, может быть, вам понадобится. А с конкурсного проекта «Экспедиции трех веков» сайта вы также можете перейти и на тексты лекций, прочитанных в рамках проекта, и на документальные фильмы. И все впоследствии вам это поможет достигнуть лучшего результата при подготовке к эссе. И как известно, если мы уже собрали информацию, мы уже обладаем знаниями о Новой Гвинее, затем при написании эссе нам нужно познакомиться с темами и предложенной структурой работы. Вы можете как сами придумать свою тему, так выбрать тему из предложенного списка. То есть, например, специально для вашего удобства мы разместили на сайте проекта памятку с темами, разделили их по наукам, то есть это этнография, лингвистика, социология, биология, ну, естественно, добавили к этому всему описание. И уверены, каждый может найти исследование из перечисленного списка себе по душе. А памятку эту вы можете найти на ссылке, предоставленную как раз на данном слайде. Еще раз, кстати, вот уже много очень работ прислано, и ожидаем еще такое же, может быть, даже большее количество. Но хотел бы напомнить, что само конкурсное эссе должно содержать смоделированную экспедицию на берег Маклая. То есть это не биографию Николая Николаевича Миклуха Маклая, не рассказ об истории отношений, и уж ни в коем случае не скопированные некоторые моменты не с сайта фонда имени Маклая, а это именно модель экспедиции по структуре, которую видите на слайде, которую мы также разместили на сайте. Все для вашего удобства. Вы можете перейти по этой ссылке и ознакомиться со всеми ценными материалами для подготовки вашего эссе. И вот, как вы написали эссе, у вас уже есть готовое эссе, вы можете отправлять заявку. И для начала необходимо пройти тесты с 30 вопросов о российских экспедициях на берег Маклая. Для успешного прохождения теста необходимо набрать 80% правильных ответов. То есть это 24 правильных ответа из 30. Уверен, вы наберете больше и с успехом справитесь с этим тестом. Время прохождения теста не ограничено, то есть это очень популярный вопрос. То есть вы можете решать тест, в принципе, не беспокоясь о времени и получать для себя полезную, ценную информацию. А после, вот, кстати, вот так вот будет выглядеть ваш тест. То есть, в принципе, там очень простой, быстрый, удобный интерфейс, благодаря которому вы можете все это решить. Ну и, конечно же, после успешного
прохождения теста, вам откроется поле, куда нужно будет вставить ваше эссе, то есть прямо скопировать вот это поле. То есть вы заполняете данные о себе, копируете из Word эссе, который у вас уже есть, и вставляете его на сайте. Необходимо также напомнить, что приходили прекрасные работы, работа шикарная, но там объем немного превышает 5000 знаков. То есть всегда старайтесь уложиться именно в 5000 знаков, чтобы отправить полностью свое эссе. То есть буквально бывает, если у человека, например, не 5000 знаков, а 6000 знаков, то у него эссе просто-напросто в конце может обрезаться. Поэтому внимательно следите всегда вот за этим моментом. И также, отвечая на самый распространенный тоже вопрос, хотел бы сказать, что для участия во всероссийском конкурсе, чтобы вашу работу рассмотрели ведущие российские эксперты, и причем с мировым именем, вам необходимо пройти как тест, так и отправить эссе. То есть выполнить, по сути, два задания. И вот так вот всего за 4 шага мы с вами узнали, как принять участие в конкурсе «Экспедиции трех веков по следам Миклуха-Маклая» и продолжить вот эти отечественные традиции изучения северо-востока Новой Гвинеи, заложенные еще в XIX веке Николаем Николаевичем. Повторюсь, что все материалы для успешного участия в конкурсе доступны на сайте проекта, он как раз-таки изображен вот здесь, expeditionmikluhamaklai.ru. Там есть и темы исследований, на основе которых вы можете разработать свою экспедицию. Ну и, конечно же, мы с нетерпением ждем ваших заявок. Прием заявок у нас ведется до 31 мая, поэтому желаю всем успехов и действительно воспользоваться вот этим своим уникальным шансом войти в историю, мировую отечественную историю исследований берега Маклая. Спасибо большое. Артем Алексеевич, спасибо вам огромное. Благодарю вас. Да. Я хотела бы передать слово нашему последнему спикеру. Это Игорь Викторович Чининов, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра азиатских и тихоокеанских исследований Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Также хотела бы отметить, что Игорь Викторович является участником двух экспедиций, которые были в 2017 и 2019 годах. Игорь Викторович, вам слово. Всем добрый день. Я думаю, перед тем, как отвечать на вопросы, которые появились у участников семинара, я сейчас коротко скажу о том самом главном, чем должен руководствоваться этнограф, который проводит полевые исследования в таких удаленных регионах, как Новая Гвинея. Но перво-наперво, разумеется, кроме теоретической подготовки, он должен прекрасно понимать, что он направляется в совершенно другую культуру, у которых совершенно другие обычаи, другой даже менталитет. И все это нужно учитывать, чтобы довольно быстро наладить взаимоотношения и получать максимум полезной информации при общении с информантами. В этих случаях очень помогает работа его предшественников, других ученых, которые побывали в тех краях и умели очень прекрасно рассказать, как они ломали психологический барьер, с какими сталкивались с трудностями и как им удавалось выходить из сложной ситуации. Дело в том, что когда впервые этнолог попадает в очень удаленную общину, у него существует как минимум 1-2 дня, чтобы своими поступками, своим поведением, стилем сообщения показать местным жителям, что, во-первых, он пришел с добрыми намерениями, во-вторых, что он пришел ничего не нарушать, не разрушать, и в-третьих, что он принесет пользу и им, и тем людям, которые будут с ним общаться впоследствии в его стране. Вот эти первые 2 дня наиболее сложные, на самом деле, для любого нового этнолога. Что касается этнической группы монгуанцев, которую мы изучали на берегу Маклая, в их случае нам повезло, потому что вот психологический барьер, сам первый, сломал еще Николай Николаевич Миклух-Маклай во второй половине 19 века. Поэтому, когда монгуанцы узнали, что прибыли ученые из деревни Маклай, так они называли Россию, то, разумеется, они сразу перед нами открывали все двери, отвечали на все вопросы и охотно сами шли на все контакты с нами. Но на берегу Маклай проживают не только монгуанцы, а многие другие этнические группы, включая тех, которые даже не знают, кто такой Николай Николаевич Миклух-Маклай. И вот при общении с ними, будущим этнографом, должно быть известно, что вот именно первые 2-3 дня, особенно первый день,
им требуется проявить максимальную чуткость, максимальную выдержку, самообладание, чтобы поставить себя таким образом, чтобы завоевать уважение местных жителей, и в дальнейшем работа налаживалась очень просто. И второй самый главный момент, конечно, при подготовке к экспедиции, это, пусть будет звучать очень банально, брать свои медикаменты, делать возможные прививки, еще находясь в России, потому что, как говорится, свалиться может ученый в любое время, и чтобы не было никаких нюансов, обезопасить себя с точки зрения медицины, это первое правило. Ну, теперь я готов отвечать на вопросы, которые возникли. Я думаю, они есть. Уважаемые участники семинара, вы можете поднимать либо руку и задавать вопрос голосом, либо писать в чат. Они могут быть как по проведению экспедиции, так и какие-то вопросы касаемо непосредственно участия в конкурсе, то есть заполнения формы, схемы эссе, всяческие. Вот вижу вопрос. Так. Да, здравствуйте. У меня был вопрос. А если я хочу писать эссе не только конкретно про берег Маклая, но у меня была идея найти общего, попытаться предка всех языков Папуа-Новой Гвинеи. А вы как по образованию? А лингвист? Я ученик пока еще. А, ученик, тогда вам уже получить первое лингвистическое образование, потому что лингвистика – это очень сложная наука. Вы должны знать и теорию языка, вообще как они формируются. Ну, я сейчас очень много читаю, чтобы читать, иметь какое-то представление. Ну, по-любому, требуется много теоретической базы, чтобы понимать. И вопрос, вопрос папуасских языков, на самом деле, он очень сложный. И до настоящего времени так и не решен. Не существует по-прежнему единой классификации папуасских языков, как это ни странно. С каждым десятилетием появляется все больше ученых, которые выдвигают свои собственные. И даже о количестве папуасских языков сейчас нет единой точки зрения. Одни говорят, что их около 900, другие говорят, что больше 1000. Нет четкого понимания, где язык, а где диалект, где диалектная цепь. В-третьих, что касается их происхождения самих языков, своих языковых фил папуасских, там еще больше разброта и неразбериха. То есть ученые по-прежнему могут согласовать свои выводы между собой. Но если вы попадете по этой линии, именно по лингвистике, то так, для вас откроется обширное поле деятельности. К сожалению, в нашей стране, я так был известный, он сейчас есть лингвист, который в том числе занимался языками океане, включая папуасские, это Беликов Эмилио. Может, слышали, читали что-то. Да. Но сейчас он вроде занимается уже другими вопросами, тоже языковыми, но не связанными с океане, с Новой Гвинеей. Но сейчас, на самом деле, сейчас я говорю, что среди лингвистов очень ведется интенсивная работа именно по классификации папуасских языков по-прежнему. Она была начата еще в прошлом столетии. Думаю, что там была первая классификация, это была классификация Вурма. Но потом многие лингвисты другие пришли к выводу, что она очень ошибочная, неполная, и начали предлагать свои. Так что я думаю, может быть, в будущем у вас появится своя собственная классификация папуасских языков. Понял, благодарю. Был вопрос, какие документы нужны для поездки туда и обратно, какие специалисты в экспедиции важнее всего. Документы и какие специалисты? Ну, если экспедиция сугубо такая этнографическая, то в первую очередь этнографы, социальные антропологи, переводятся лингвисты, историки. Ну и часто еще и физические антропологи, как было в случае с первой советской экспедицией 1971 года. А что касается вот документации, то можете обратиться к Николаю Николаевичу Миклуху-Маклаю в плане подготовки экспедиции в этом плане. Какие случаи мне запомнились больше всего? Это был случай во время первой экспедиции 2017 года, высадка на мыс Гарагаси нашей российской экспедиции. И когда я сделал первые шаги по берегу, я вдруг увидел, что среди огромной толпы папуасов многие молодые девушки, юноши снимают нашу высадку на смартфоны и планшеты. Меня очень удивило. То есть их техническая оснащенность была лучше, чем моя собственная. Никак не ожидал, что у них вот такие именно новинки, гаджеты, которые, в принципе, они приобретают в городе Матанка, а у себя в деревне подзаряжают при помощи солнечных батарей. У меня вообще была первая мысль развернуться и ехать, потому что я думал, что изучать здесь больше нечего, они полностью современные люди. Но, к счастью, я ошибался, и действительно
бомбуанцы сохранили очень много из своих традиционных обрядов, обычаев и культов. Как им удается сочетать свои традиции со современными условиями? Ну, перво-наперво, бомбуанцы проживают на той территории, где нет туристических отелей, и туда крайне редко вообще прибывают люди из внешнего мира. Это первое. То есть они, скажем так, очень мало напрямую взаимодействуют с современными людьми, то есть людьми из стран западного мира. Второе, у них очень прочно сохраняется базовая экономика, на что, в принципе, держатся остальные элементы культуры. Это земледелие, распутное рыболовство, охота и отчасти животноводство. И благодаря тому, что они придерживаются именно этого образа жизни, более-менее традиционного, остальные элементы культуры прочно сохраняются. И в-третьих, у них существует четкое самосознание, что им нужно сохраняться как этническая группа, как некая культурная единица. Они прекрасно понимают, что действительно живут в внешнем мире, и у других этнических групп традиции сохраняются хуже. И понимают опасность, они ставят такую себе задачу, чтобы уцелеть вот именно как культурная единица, как народ. У нас тут много вопросов появилось. Давайте я, наверное, по одному буду зачитываться. Давайте, уважаемые спикеры, да, будут отвечать на них. Итак, от журналистов Центра имени Косарева вопросы. В частности, первый вопрос от Матвея Жилинского. Будут ли во время поездки праздники, которые нужно учитывать? Ну, если какие-то праздники общегосударственные, то да, конечно. Но в отличие от нашей страны, в Папуа-Новой Гвинее праздников меньше общегосударственных. Следующий вопрос. Можно ли свободно гулять самим по окрестностям, в том числе по сельскохозяйственным землям? Нет, нет. Даже в пределах деревни нам бомбуанцы говорили, что самостоятельно лучше не передвигаться, всегда нужен провожатый, в избежание каких-то нюансов. Поэтому даже если мы отходили от нашей хижины где-то на 200-300 метров, нам представляли провожатого. Это кажется такой простой вопрос, но очень важный. Да. Следующий вопрос. Есть ли ограничения по одежде, исходя из верований и традиций аборигенов? Разумеется. В купальниках, плавках нельзя ходить нельзя. Это очень будет воспринято негативно, но, впрочем, не только там, а в других регионах, где сохраняются элементы традиционной культуры. Поэтому максимум, что мы можем позволять, это вот именно шорты, рубашки с коротким рукавом, не более того. Спасибо. Есть ли действия гостей, которые могут оскорбить местных? Есть, конечно. Но поясни, нет, не брать расчет одежду. Женщинам ни в коем случае нельзя приближаться к хижине для инициации. Это для них будет очень страшное оскорбление, потому что и своих женщин не допускают. А раньше они вообще просто убивали тех, кто вот не имел права подходить к хижине для инициации, и это делал. То есть именно это не такое незыблемое правило, незыблемая традиция. Поэтому, чтобы вот не случились серьезные проблемы, желательно, чтобы вот женщины-исследователи даже к этим вот хижинам не приближались. Но, разумеется, что это множество других, скажем так, правил, которые нужно соблюдать. И это, в принципе, раскрывается уже в процессе проведения полевых работ. Ну, а многом можно узнать уже еще до этого, прочитав работы этнографов, которые там работали до них. На самом деле, действительно, очень много нюансов, которые требуется соблюдать. Вести себя можно очень осторожно, вот, по крайней мере, уважительно. Никогда, скажем так, не нужно прикасаться там, первым к людям, к детям. То есть, как бы, каждый шаг должен быть взвешен. Вопрос от Анастасии Осипенко. Нужно ли брать с собой еду, какую, сколько, и какую лучше вообще не брать? С собой лучше еду не брать, потому что все пропадет еще в процессе переезда из Москвы к берегу Маклая. А что касается еды, то употреблять именно местную пищу, а также ту, что можно приобрести в магазинах Мадранка. Но это в основном какие-то консервы, либо мясные, либо овощные. Но лучше, конечно, питаться там на месте продуктами их земледелия. Это в основном клубнеплоды. Бататы, таро, ямс, бананы овощные, овощного сорта и ряд других. Мы так и делали. Спасибо. Вопрос от Варвары Серковой. Какую одежду лучше брать с собой? Сколько, если проблема с количеством вещей в экспедиции? Как рассчитать достаточное для поездки количество вещей? Можно ли посещать там общественные мероприятия? В частности,
дополнение интересует, какие есть традиции, свободен ли везде вход и есть ли закрытые какие-то мероприятия. Ну, если брать столицу и города, там, конечно, у них есть свои праздники, хоть не столь многочисленные, есть там даже свои ночные клубы, но их лучше не посещать. А что касается деревень, где мы проводили полевые работы, то там все в рамках традиций обычных. Я уже говорил, что женщинам именно нельзя ходить в ежедневные инициации, нельзя делать много других вещей. А вот, например, там вот первым прикасаться к детям и вообще совершать какие-то действия, которые приемлемы у нас, включая объятия дружеские. Что касается одежды, конечно, очень много одежды брать с собой нельзя, потому что в каждой экспедиции существует определенный лимит по общей массе тех вещей, которые с собой берут. Но в первую очередь одежда должна быть очень легкой, общебумажной, потому что влажные тропики, и там другая одежда не подходит. Желательно все-таки всегда брать одежду, особенно, например, в вечернее время, которая полностью бы закрывала руки и ноги, потому что очень много там комаров, и они очень опасные. И, разумеется, обязательно брать с собой противомоскитные сетки. Без них там просто не выжить, в прямом смысле этого слова. Вот как раз вы уже частично ответили на следующий вопрос. Какие инфекции, паразиты и прочие опасные микроорганизмы особенно распространены в Папуа-Новой Гвинее? И каким образом можно защититься от болезней и сохранить свое здоровье? И нужны ли какие-то специфические лекарства или прививки? Значит, наиболее распространенные там малярия и дизентерия. Поэтому от малярии, разумеется, никаких прививок сейчас нет. Это нужно просто проводить профилактику, брать свои препараты и начинать пить еще находясь в Москве, принимать таблетки и после возвращения в Москву в это время. От других заболеваний, от дизентерии, делается прививка, еще здесь в Москве, и также делается прививка от дифтерии столбняка. Вот то, что мы делали. И, разумеется, там ни в коем случае не пить местную воду, особенно вблизи берега. То есть, если уж совсем закончились запасы питьевой воды, то за водой лучше идти ближе к холмам. То есть, там, даже по рекомендации местных жителей, она менее опасная. Мы так и делали. Ну, у реки ближе к берегу лучше воду не брать для питья. Спасибо большое. А следующий вопрос. Можно ли предположить, что российские айны произошли от папуасов Новой Гвинеи? Нет. Ничего общего. Вопрос айны вообще очень сложный. Считается, что действительно она не имеет австралоидные признаки, возможно, являются частью австралоидной большой расы, но, скажем так, прямых корреляций между папуасами Новой Гвинеи и айнами нет. Ни в антропологическом облике, ни в языках, ни тем более в культуре. Австралоидная раса вообще очень такая обширная. Там очень много внутренних локальных антропотипов, включая те, которые проживают на Новой Гвинее. Спасибо. Следующий вопрос. Очень интересно, про какие легенды, предания вам рассказывали? Ну, что касается преданий про Миклуха-Маклая, они были уже записаны, они отражены в наших документальных фильмах. Что касается каких-то иных легенд, но только один человек, бангуанец среднего возраста, рассказал не предания, а, скажем так, часть их религиозных традиций, он до сих пор считает, что не у них в деревне, в Гаренду, а других деревнях, которые расположены в Дарье побережья, проживают очень могущественные колдуны, которые умеют превращаться в животных, птиц, и в таком обличии они по ночам проникают к ним в деревню и творят всякие гадости. Это была вера очень у него серьезная, то есть он не шутил, действительно считал, что так оно и есть на самом деле. Это то, что я услышал напрямую от местного жителя. А так, конечно, фольклор очень богатый у любой этнической папуасской группы. Спасибо. Следующий. Да, следующий вопрос. Можно ли посторонним присутствовать на традиционных церемониях? Смотря какие церемонии. Ведь это просто праздничные мероприятия, это было в нашем случае по случаю прибытия нашей экспедиции, то демонстрировались песни, танцы, которые могут наблюдать все. Если это какие-то обряды инициации, посвящения юноши возрасту член общины, то там в лучшем случае могут наблюдать только мужчины, и то только те, которых, скажем так, лидеры кланов на это приглашают. Нам, к сожалению, не удалось это наблюдать, потому что был не тот период времени. Но даже, скажем так, имея уважительные отношения и дружеские связи с этими людьми, все равно нужно будет
получать особо приглашение, потому что это считается такой самой сакральной частью жизни, и вообще раньше доступ к нему был запрещен любым ученым. Спасибо. А следующий вопрос. Нужно ли брать с собой фотоаппарат и видеокамеру? Интересует практичность использования там техники и общие непрофессиональные умения работы с ней. Нет ли запретных объектов, которые там нельзя снимать? К счастью, на берегу Маклая, где мы горим, то нам разрешали снимать почти все. То есть так, нас очень хорошо приняли. Технику, конечно, лучше брать профессиональную. И видеоаппаратуру, и фотоаппаратуру. И желательно, чтобы присутствовал профессионал, который умеет ей пользоваться. Это обязательное условие. В противном случае там любая другая техника быстро выходит из строя, как было с моим фотоаппаратом, он я сломался в первый день. Вот. И если человек действительно не умеет обращаться с техникой, он тоже не снимет очень качественно ни на фотокамеру, ни на видеокамеру. Выходу из строя, наверное, еще способствует очень влажный, жаркий климат. Видимо, поэтому мой фотоаппарат сломался. Первый день. Вот, учитывайте, пожалуйста, при написании своего эссе такие моменты важные. А следующий вопрос у нас. Какие возможности есть для купания в Папуа-Новой Гвинее? Есть ли пляжи и какие? Насколько безопасно купание на побережье? И такой вопрос продолжающий. Хватит ли английского языка для общения и для исследований? Английского языка хватит. Там сейчас английский является языком государственным, и большинство жителей в той или иной мере английским языком владеют. Конечно, если в будущем у вас хоть еще местный язык или другой язык межэтнического общения и государственный топ-песин, то будет еще выше. Что касается пляжей, пляж на отдых не особо развит в Папуа-Новой Гвинее, конечно, на небольших островах к востоку от Новой Гвинеи, к северу от этого острова есть условия для купания, туда приезжают австралийские, другие туристы из западных стран. Вот. Но там, где мы были, на берегу Маклая, люди особо так не купаются. В принципе, сам такой пляжный отдых там не развит. Мы когда проводили свои полевые исследования, мы там как-то не особо купались. Не было времени, но и как-то, скажем так, сами местные жители не очень, скажем так, одобряют такие действия. Они очень беспокоились за нас и говорили, что вот как в воде все равно находиться опасно. Подскажите, пожалуйста, в продолжение вопроса, миф ли это или правда, что местные жители либо боятся воды и поэтому не купаются, либо просто не умеют плавать? Вот есть такое мнение. Те папуасы, которые проживают до побережья, плавать умеют, иначе они бы не смогли вообще добывать рыбу, потому что эти лодки на пленке, хоть и сбалансированы, но иногда прокидываются. Что касается купания, действительно, до прибытия миссионеров христианских, купание не было особо распространено, как именно процедура получения удовольствия или для помывки тела. Но даже сейчас, вот после того, как миссионеры насадили христианство и связанные с этими обычаи, я не часто наблюдал, чтобы купание использовалось как такой метод развлечения. Но зато сейчас они все-таки обдаются водой, чтобы вот именно так, почти отмыть свое тело от грязи, от пота. Это вот именно больше влияние миссионеров было. Mm-hmm. То есть они купаются только что-то так, отмыть свое тело. Обычно где-то они пользуются, они, разумеется, не морем, там купаться летом нельзя. А идут в ближайшей реке, там находят такое неглубокое место, так быстро обдаются и уходят. Спасибо. Продолжая вопрос, вот маленькое уточнение про церемонии и традиции по поводу свадебных именно церемоний. Может быть, вы либо вам рассказывали, либо вам посчастливилось присутствовать на такой церемонии. Расскажите, пожалуйста, может быть, парочку слов. Нет, нам не посчастливилось наблюдать свадебные церемонии, к сожалению. Но и в настоящее время все-таки сейчас в большей степени свадьбы проходят по христианскому обряду, что я же говорил там. Постарались миссионеры как лютеранские, так и католические, и многое из того, что было при Николае Николаевиче Миклухе-Маклае во второй половине XIX века, уже не существует, к большому сожалению. Но в других районах острова Новой Гвинеи, где влияние миссионеров было менее значительным, там, конечно, свадебные обряды еще сохранились. Их можно наблюдать, фиксировать. Так многие этнологи из западных стран делали. Спасибо. А вот вопрос,
что противопоказано в использовании? Я думаю, это в общем и целом. Кому противопоказано? Да, уважаемый участник. Мне очень противопоказано, скажем так, нарушать местные традиции и обычаи. Значит, это все может очень плачевно закончиться. Противопоказано ехать без прививок, без таблеток вот, для профилактики малярии. Противопоказано ехать без москитной сетки. Вот. С остальным можно, думаю, разобраться на месте. Следующий. Пока вопросов нет, раскрою не секрет, что будет являться наградой победителя. Итоги будут подведены 17 июля, день рождения Николая Николаевича Миклуха-Маклая. Место проведения на данный момент пока еще обсуждается, то есть это зависит от наших эпидемиологических обстоятельств, которые будут у нас на момент награждения. Но точно могу сказать, что победителям будет вручен шеститомник. Это собрание сочинений Николая Николаевича Миклуха-Маклая, которое наш фонд при поддержке Российского фонда культуры выпустил, переиздал буквально вот в декабре 2020 года. И сейчас он выпущен уже из печати. То есть есть замечательная бумажная версия этого замечательного шеститомника, который как раз и будет награжден победитель. Также есть, кто хочет уже, например, сейчас его посмотреть, он есть по ссылочке на нашем сайте, электронная версия. Вы можете, кстати, воспользоваться этим шеститомником при написании своего эссе. Может быть, там что-то вы подчеркнете, какие-то интересные, полезные, нужные сведения. Вот. И также будет из таких обязательных подарков, это новое научно-популярное издание, которое сейчас находится в процессе написания. Называется оно так же, как и конкурс, и как общий проект «Экспедиции трех веков по следам Миклуха-Маклая». И также еще будет маленький сюрприз, о котором сейчас не буду говорить, о котором узнаете уже непосредственно на награждении. Вот. Но хочу отметить, что здесь, как говорят, важна не победа, а участие. Каждый, кто участвует в этом конкурсе, вы уже делаете очень большое дело. Это очень замечательно и очень похвально и здорово. Вот, я хотела бы еще, да, вот как раз Артем Алексеевич поделился со всеми в чате. Можете посмотреть, ссылочка на собрание сочинений Николая Николаевича Миклуха-Маклая. Скопируйте ее, пожалуйста. Либо, если сейчас нет возможности, можете зайти на сайт фонда имени Миклуха-Маклая и оттуда перейти уже непосредственно на собрание сочинений. И еще раз дублируем сайт всероссийского конкурса «Экспедиции трех веков по следам Миклуха-Маклая». Но вы и так прекрасно его знаете, но на всякий случай. Тут хотел добавить такой момент, конечно, по поводу купания. Я имею в виду именно взрослых людей. Что касается детей, малышни, то, разумеется, они около берега всегда развлекаются, заходят в воду. То есть, ну, это характерно вообще для всех народов земли, которые проживают вблизи побережья, вблизи любого водоема. То есть дети всегда любят воду и как бы в нее заходят. Уточнение небольшое. Спасибо вам большое. Так, да, если тоже хотел добавить, вы можете присылать ваши черновики на почту. Я вам сейчас также ее продублирую в чат. То есть, и, конечно же, исправлять там мы ничего не будем, само собой, но комментарии дать и направить вас, где это нужно, в нужное русло. Конечно, я много работ встречаю и удивляюсь, насколько они прекрасно сделаны. Поэтому, чтобы довести их до лучшего, вот этого, до лучшего их состояния, до отличного, конечно, присылайте, будем рады дать вам по этому поводу комментарии. Да, Артем Алексеевич, тут, наверное, вот к вам еще как раз вопрос подоспел. Обязательно ли писать подробный список одежды для экспедиции? Ну, я так понимаю, что это про заявку речь идет как раз. Да, спасибо за вопрос. Это, кстати, очень распространенный вопрос, и касательно эссе тоже. В одежде, снаряжении, оборудовании, там так называется этот раздел в структуре эссе, можно указать в основном все, то есть необходимое. То есть, например, необходимо может быть там и москитная сетка, как Игорь Викторович говорил, там и можно там даже указать там какие-то документы, фото, видео, оборудование, там одежда с длинным рукавом, штаны, там головной убор и так далее, и так далее. Но, например, такие вещи, как, ну, чтобы такого привести в пример, например, носки, что обувь можно указать, вот носки, туалетная бумага, дезодорант,
там мыло и что-то вот такое, это можно не указывать. То есть, в принципе, подразумевается, что у человека это есть. Но то, что необходимо именно для экспедиции, конечно, указывайте, будем рады. В экспедицию можете взять... Вот тут вопрос, сколько человек можно взять с собой в экспедицию. В экспедицию можете взять с собой то количество человек, друзей и так далее, сколько вы захотите, конечно. Такое дополнение. Это должны все-таки быть люди, которые именно работают в экспедиции, а не просто поехали отдохнуть. Да, согласен. И которые реально что-то умеют, что-то знают. Которые могут, скажем так, принести пользу экспедиции, а не вред. А эссе можно отправить на официальном сайте Всероссийского конкурса «Экспедиции трех веков» по следам Миклух-Маклая. Я сейчас прямо его дублирую в чат. То есть там вы можете найти как полезную информацию, справочную об экспедициях, посмотреть документальные фильмы, почитать книги, почитать лекции, посмотреть выставку. И в то же время пройти тест и отправить свою заявку на эссе. Все полезные материалы для подготовки там есть, там все пошагово расписано, максимально, чтобы было удобно. Алексеевич, у меня еще предложение. Может быть, мы еще раз продемонстрируем вот как раз на экране, каким образом можно заполнить и где, какими шагами перейти именно непосредственно к эссе, потому что я так понимаю, что многие теряются, вот форму нам отправили, а куда дальше идти не очень понятно. Посмотрим, продублируем. Да, конечно. Отлично. Вот так выглядит сайт конкурса. То есть, как мы видим, здесь есть и описание конкурса, и описание экспедиции, основная информация, что вот он, например, до 31 мая принимаются заявки. Но здесь также есть ряд вкладок, которыми можете пользоваться. Безусловно, вкладка о проекте. Понятно, рассказывает о проекте. Вкладка «Библиотека». Здесь вы можете перейти на библиотеку фонда имени Миклуха-Маклая, найти всю интересующую вас литературу по разным темам. Там есть и издания, которые рассказывают о биографии Николая Николаевича Миклуха-Маклая, есть детские книги, есть статьи, то есть все, что вам нужно, там все есть. Есть также вкладка «Полезная». В полезном вы можете найти материалы лекций, которые очно и на дистанционном тоже в Зуме читались. То есть все лекции там в тексте. Вы можете посмотреть там документальные фильмы. Есть так, и вот, наконец, вкладка «Конкурс». Вот во вкладке «Конкурс» как раз вы будете уже проходить тест и отправлять свою заявку. Во-первых, тут пошагово все расписано. То есть сначала вы знакомитесь с темами для эссе. Если вы сюда нажмете, у вас уже будет файл PDF, в котором будут все темы для эссе предположительные, их описание, то есть все для максимального комфорта. Второй шаг, вы подготовьтесь изучить материалы тоже из полезного и библиотеки. Ну и чтобы отправить свою заявку, нужно нажать на шаг 3, вот это на зеленую кнопку, нажмите для участия в конкурсе. И там как раз вы перейдете на тест. То есть у вас откроется вот такой тест, и вы начнете его решать. Я думаю, первый вопрос я не буду отвечать, я думаю, вы сами на него с успехом ответите. И вот так вот, пройдя тест, потом у вас будет как раз-таки форма, которую нужно из Word скопировать и вставить туда ваше эссе, и заполнить информацию, ваше фамилия, имя, отчество, кто ваш руководитель и так далее. То есть и все, и заявка будет отправлена, и вы будете участником всероссийского конкурса. Да, хотела бы добавить, спасибо большое, что вы автоматически переходите на страницу эссе, если вы отвечаете на 80 и более процентов вопросов. Там 30 вопросов, вот если вы отвечаете 80% правильно и более, вы автоматически переходите сразу на вкладочку эссе. Если вы не попадаете на вкладку эссе, у вас будет информационное сообщение, и вы можете еще раз пройти этот тест. Как уже говорил Артем Алексеевич, без ограничения по времени, то есть вы можете спокойно подготовиться, воспользоваться нашими материалами и снова вернуться к заданию. А здесь нам еще прислали вопросы. Можно ли увести с собой вещи на память и как много? Так, ну, знаете, здесь с этим очень все сложно. Все, что изготовлено из природных материалов, к вывозу запрещено. Включая там, многие раньше увозили чучело местных животных. Вот даже вот банально, орехи, ореховые пальмы, круто запрещены. Все остальное, какие-то поделки для туристов, вывозить можно, только вот если в них нету
что-то вот именно из каких-то элементов животного мира, там кости, перья и так далее. Вот. Если это какой-то археологический артефакт, то тоже вывозить запрещено, потому что это, скажем так, национальное культурное достояние всей страны. Вот в лучшем случае можно еще вывозить то, что, скажем так, было подарено или приобретено, скажем так, из тех предметов материального быта в самих деревнях. Там, допустим, вот, глиняные горшки, блюда из дерева. Это вывозить можно. Ну, в плетеные сумки тоже. Все же, скажем так, не имеет такого именно. Несет внизу себе элементов животного мира. Спасибо. И еще один вопрос в продолжении команды экспедиционной. Можно ли взять знакомого человека, который всем этим занимается, или это будет не слишком честно? Что значит всем этим занимается? Но если это действительно ученый, который или исследователь, который будет серьезно заниматься, принесет свои плоды, результаты, что это будет именно помощь экспедиции, или он будет настоящим участником экспедиции, тогда, конечно. А если это просто какой-то человек, который поехал прогуляться и, между прочим, будет там чем-то заниматься, помогать, то это исключено. Экспедиции — это люди, которые действительно будут погружены именно в работу, а не в отдых. Спасибо вам большое. Еще раз напоминаю, что мы ждем очень сильно ваших заявок, что прием заявок осуществляется до 31 мая. Обратите на это внимание, не задерживайтесь. Также обращаю внимание, чтобы вы просматривали, когда вставляете текст из Word, эссе, чтобы это было до 5000 знаков, проверяйте, пожалуйста, чтобы полностью слова все влезали в форму. Бывает такое, что не хватает знаков, и просто предложение обрывается. Соответственно, проверяйте еще раз, пожалуйста, эти все моменты. Мы будем тогда заканчивать. Если у вас появятся какие-либо вопросы, вы всегда можете с нами связаться по телефону, либо на электронную почту Артему Алексеевичу или мне. Мы всегда рады помочь и очень ждем ваших конкурсных работ. Всем спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо большое за участие. Ждем ваших заявок.